Тема моего проекта – обработка народной музыки. Цель проекта – на примере песни «Быр-бала» разъяснить обработку народной музыки. Казахские песни и киви предназначались в основном для сольного исполнения. Сейчас в моем проекте звучит песня «Быр-бала» в исполнении Мадины Садвакасовой. Сегодня многие песни и киви звучат в обработке для группового коллективного исполнения. Оркестр, ансамбль и хор. Песни в музыкальной обработке исполняются хором, кие, оркестром или различными инструментами. Новое звучание кие – песня обогащает содержание музыкального произведения. Музыкальная обработка – это видоизменение оригинала музыкального произведения в соответствии с определенными целями исполнителя. А теперь, к вашему вниманию, эта же песня «Быр-бала» в исполнении хора. После музыкальной обработки. Хор – это певческий коллектив, исполняющий многоголосовую вокальную музыкальную пьесу – песню. Хоры подразделяются на профессиональные и народные. Существует несколько видов хоров – детский, женский, мужской и смешанный. В смешанном хоре голоса делятся на женские – сопрано, альт, мужские – тенор и бас. В данном проекте мы услышали, как звучит песня «Быр-бала» в сольном исполнении и после видеоизменений и музыкальной обработки в исполнении хора. Всем спасибо за внимание. Исполнитель проекта Турмагомбетова Анель, 5А класс.